Товарищ капитан, докладывает старшина Ковальчук. Молодое пополнение в количестве 25 человек, прибывшее для прохождения действительной службы, в настоящее время спят, как убитые. Осторожно, старший капитан, не споткнитесь, тут ноги в проходе. Я понимаю, что не по уставу, а ежели он у кровати не умещается. Это Черных у нас сибиряк, 2 метра росту. Никак нет, старший капитан, то у него не голова свесилась, и это кулак. Вот и я говорю, ого. Никак нет, старший капитан, то не галлюцинации. У меня первое время тоже в глазах двоилось. Это близнецы у нас, братья Федоровы. Вон там Миша, а то Гриша. Нет, вон там Миша, а рядом Гриша. Кажись. Добрый вечерок. Здравствуйте. Я тут нотки принес сложные. Посмотрите, пожалуйста, потому что времени у нас мало. Вы встаньте, давайте, потому что что ж я встаю, а вы сидите. С вашим ростом только сидеть. Видите? Я могу встать, так. Мне все равно. Значит так, здесь жирное пятно, сразу говорю вам, не играем. Это рыбу заворачивали. Ну, в общем, это мое личное дело. Значит так, здесь мы не играем. Не играем, черкать не надо. Но это чужие, почему надо черкать? Ну, значит, не так, играем же, давайте зачеркать. Я вас прошу, вот здесь вот тоже цифру эту не играть. Переходите сразу вот сюда, на флажок. И вот это не надо тоже черкать. Зачем это? Вот здесь вот не играйте, это играйте, играйте, не играйте. Проще, парень, и репа, так, пожалуйста. И пошли сюда. А переворачивать не надо. Там темно-вишневый шаль, женский роман. А где же дальше? Но зачем мне женский роман? Значит так, вы берете вот этим пальцем здесь, этим здесь, перевернули, здесь не играете, это играете, эту строчку опять не играете, черкать не надо. Вышли сюда, и здесь вот, вот эту, с этой цифры переворачиваете обратно. Здесь не играете, потому что жирное пятно, рыбу заворачивали, здесь вот не играете. А здесь что делать? А здесь просто можете вот так настоять, руку с этой стороны играть, с этой нет. Как у тебя руку поставлю, я играю двумя руками. Это не важно. Значит так, вы начинаете сначала, вот это пропускаете, и все на полтора тончика ниже, потому что ноты не мои, я не знал этого все. Одна. Пожалуйста, осторожно там, не порвите, потому что я знаю это. Дорогие друзья, Глинка, попутная песня. Лялюшки, цюцюшки, бабашки, цюцюшки, лялюшки. Девушка, я говорила, цюцюшки любила. Девушка, мне, пожалуйста. Лялюшки, цюцюшки, цюцюшки, цюцюшки. Здрасте, девушка. Вальс устарел, говорит кое-кто, цю-цю. Чё надо-то? Девушка, мне, пожалуйста, к врачу. Я что-то неважно себя чувствую. Что? Я говорю, ничего! Шепчет чего-то. Что вы стоите, девушка, заходите. Ой, а я не девушка. А почему в юбке, что такое? Да брюки это, честное слово, да брюк. Ой, что-то я вас плохо вижу. Что у вас с глазами? Да нет, видите ли, у меня где-то в этом районе неприятные ощущения. А левый глаз левый тоже? Да левый, как и прав! Не надо орать. Должен вас огорчить, права вам нельзя. Это говорю не как врач, как автолюбитель. Сам-то я вожу машину, будь здоров, так? В одну точку смотрю, еду, ни один ГАИ не страшен, я их не вижу. Решите представиться, врач, не в репетол. Что нас беспокоит? Можете не отвечать, я все вижу. Отец, мать, братья, сестры, чем-нибудь... Видите, простой вопрос оставит вас в тупик. У меня такое было, себя-то я вылечил. Ту-ту-ту, 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 ту-ту-ту.
Я известный всей стране артист. Я за рубежом известен даже. Исполняет друг мой пародист на меня пародии и в шах. Ты меня, Володенька, милый друг, не бери пародии на испуг. Я тебя послушаю, горе нет, ну а после скушаю на обед. Ну, Винокур, погоди, усё! Алло, а вас что, не предупредили, что будут звонить по телефону, знакомиться? Вспомнили, кто-то, да, ты меня довод. Я холостяк, мне 41 год. Возраст, знаете, зрелый, мамка говорит, надо с какой-нибудь познакомиться. Вы тоже так считаете? Хорошо, может, не отвечать, потом сюрприз будет. Не, никто не хрюкает. А, это я смеюсь так. Привыкайте, это ж вам на всю жизнь подарок. Чего? Как я вылезу? Мама, она спрашивает, как я вылезу? Все говорят, хорошо. Мне больше 40 вообще никто не дает. Даже мама. Да вы тоже, говорят, уже не девочка. Не, ну вы не обижайтесь в том смысле, что у вас свой мальчик есть. Ничего, я детей люблю. А сколько у вас детей? Хорошо, может, не отвечать. Потом сюрприз будет. Алло, тещенька. Привет. Как кто? Ваш зятёчечек в пальто. Как какой зятёчечек? То, что обещал вашу дочурку сделать счастливой. Не вышло. Да. Ну, некогда. С какой пивнушки, тёща? С какой пивнушки я звоню? Я же пацан, по пивнушкам бегай. Я по-взрослому вам из вытрезвителя звоню. У меня соседка, простите, не могу. Подговорила всех соседей в доме, чтобы они сообща меня из нас и всех избрали старшим по дому. Я из-за нее заикаться стал. Не, ну они проголосовали единогласно. И теперь каждый из них меня просто замучил. Если грубо сказать, затравил. Вот я сегодня выгляжу хуже, чем вчера. А почему? Потому что вчера эта соседка, она просто послала меня в подъезд. Говорит, там кто-то в лифте насорил. Я заглянул в лифт. Точно, на полу огромная лужа. И лужа желтого цвета, но явно масло подсолнечное. Алло. Жанна! Ну что ж, стою. Где стою? На посте стою. Что, ты не знаешь, что я в ГАИ работаю? Какие деньги у нас сегодня? Праздник у нас сегодня, операция «Чистые руки, фиг в брюки». Все. Жанна, отвлекаешь, ну тебе. В сторону. Что ж, на транспорте едем. Без номеров, без техосмотра. Скорость нарушаем. А я же в честь праздника вас отпускаю. Езжайте, товарищ велосипедист. Сокол слушает, дятел, сокол слушает. А, командир, извините, не признал, на связи. Вы сокол, а я этот птица, да. Да. Не, все нормально, мы на 98-м километре. Да, с сержантом Петровым тут, стрием. В рации помехи помехуют, не обращайте внимания. Да. Все нормально, растет, сержант Петров растет. Мзду не берем, что мы, мздуны какие-нибудь. Все, праздник, да. Сержант Петров растет, я же говорю, растет, да. Уже второй этаж дачи достраивает. Да. Да какой же он оборотень, ему до вас еще сидеть теперь сидит. Нет, ничего я не сказал, это в рации помехи помехуют. Понял вас, передам Петрову. Есть, сокол, сокол.
дятел. С тех пор, как я стал новым русским, у меня вообще никаких забот, кроме секретарш. А мне один старый русский уступил. Он говорит, она так работать любит. Я не выдержу, а ты молодой, может, выживешь. Ну что, у меня денег нет. Я каждый месяц зарплату повышал, пока она больше меня зарабатывать не стала. Ну что, у меня денег нет. Не, ну у нас такие, чисто такие, служебные отношения, бай. Ну, мы только после работы там чай пили, да. Однажды мы после работы лежим на диване, пьем чай. Она мне говорит, что мы с вами все чай, да чай. Может, вам в аптеку сходить, какое-нибудь средство взять, чтобы кроме чая еще не получал. Что, у меня денег нет. Я пошел в аптеку. Говорю, у вас есть средство, что вот если ничего не получает, мы вам приняли как по маслу. Николай Петрович, Степанов я, не узнали? Степанов! Вы сами меня послали японскую делегацию принять по русскому обычаю. Степанов! Ну, принял, поэтому вы меня не узнали. Они же довольны очень. Не-не, Николай Петрович. Мне пить начали не в бане, а еще в гостинице, в лифте. Ну, ехать далеко, пятый этаж. Я этим японцам бедным за каждый этаж по полстаканчика. По полстаканчика всего. Нормально, чистую виску. Из моего самогонного аппарата. Очищенную через бабкины носки. Плавала много по этой Волге я. Нагнулась напиться я волжской водицы, как в зеркале Волге увидела себя. Сказала мать твою, вот это да. Да я же еще девчонка, откуда могу в турне, могу и на банкет. Ведь мне чуть больше, чем 17 лет. Вакул на кузнице, вакул на кузнеца, молодые кузнецы, а вот кузнеца, молодые кузнецы, они куют, они куют, они куют приговаривают, а молотками приколачивают. Пойдем, пойдем, Дуня, пойдем, пойдем, Дуня, а пойдем, Дуня, в лесо. Сорвем Дуня лопушок, лопушок. Хвастать, милая, не стану, знаю сам, что говорю.
с неба звездочку достану и на память подарю. Обо мне все люди скажут, сердцем чист и не стесив, или я в масштабах ваших недостаточно красив. Люблю за глазки, а глядишь ты на грудя, я в экстазе несусветном от твоих красивых глаз. Но учти, мой друг сердечный, это творческий экстаз. Зрители, все-все твое. Владимир Винокур! Ура! Николай Басков, народный артист России. Я ужасно рад. Я шут гороховый, я шут гороховый. Мне это звание дороже всех наград. Я шут гороховый, я шут гороховый. Мне это звание дороже всех наград.